С начала года на дорогах Одинцовского района пострадали 29 пешеходов. Это на 12 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пятеро пострадавших – дети. Почему мы выбрали этот именно пешеходный переход маршала Жукова, дом 21? Потому что у нас в этом году на этом пешеходе пострадали двое детей. С 10 по 17 апреля Одинцовский отдел ГИБДД проводит операцию «Пешеход». Это профилактическая акция, призванная пресечь нарушения ПДД. Вот на той неделе у нас пострадали два пешехода. Пострадали они в темное время суток, которые переходили проезжую часть дороги в неосвещенном месте и без светоотражающих элементов в темной одежде. Это естественно, водителю не видно пешехода, а пешеход не понимает, что его не видит. Одинцовская полиция напоминает, что пересекать проезжую часть нужно лишь в специально отведенных для этого местах, а в темное время суток желательно надевать одежду со светоотражающими элементами. Святослав Савенков, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».